Алло. Алло, Виталий, а? Да, Надежда, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй, Виталичек, здравствуй. Как у вас там дела-то? Расскажите, что там произошло у вас в Хургаде? Ага. Беловес, а? Напали террористы, да. Одного туриста ранили ножом, второго расстреляли, и погиб один полицай. И грозили бомбой. И она дальше рассказывает это, что они зашли с парадной стороны. То есть в центральный вход они вошли, получается, прямо где охрана обычно? Ну как это? Обычно же охрана всегда наблюдает. Как так получилось? Очень странно. Вот она пишет. Угу. Они с улицы зашли с черным флагом. Полиции рядом не было. Прохожие с улицы и кафе кинулись за ними в отель. Но уже они по льву открыты. Стрелять начали. Так, дальше читаю. Но это же ужасно страшно. Господи, какой ужас, что творится? Это вообще. Да. А у вас там все спокойно на севере Хургады? Да. Одного убили, четверо морем ушли. Полиция за ними. Это из этих террористов. А убили. А, то есть они, получается, убежали. Да, говорят в России об этом, говорят. Но вы-то знаете в любом случае больше, потому что вы на месте. Ну и она пишет, туристы долго уже не приедут. А что говорят наши, а что говорят русские, что говорят украинцы, что говорят-то они? Они как-то опасаются, закрылись дома, что они, или что происходит сейчас? Слушай, а где этот отель находится? Он в центре где-то, да, на Шератоне получается? Где он? Рядом с... Этот отель в Сакале. Ну так, как здесь это... Ну как, говорите, это... Беловеста в Сале. Ага. Это центр, Шерон, да. Ты можешь в Оксанке спросить, она тебе, ну, лучше скажет. А вы слышали о том, что... Вы слышали, что газ прекратили полеты в Россию, да? То есть это был, в принципе, реальный вариант прийти в Хургаду, более-менее нормальный по бюджету. Теперь Пегас перестал летать. Нет, подожди, только так как Несвета говорит, только до 13 января. Ну да, пока временно, потому что там из-за виз проблема у экипажа, они не могут прилететь. Я не знаю, что там, но она мне так сказала, что это только временно до 13 января. Слушайте, ну вы там хоть какие-то подробности говорите, потому что, может быть, все-таки в связи с этим, я не знаю, что это, теракт, как это можно назвать вообще, вот это вот, что это такое? Это какая-то группировка вроде Эль Ариш, да, или как она называется? Она пишет, что в этом месяце годовщина революции. А сколько революции это? 5 или 3 года, сколько ей? Я не знаю, вот она мне так написала, что в этом месяце, я сейчас тебе напишу, скажу, как она мне написала. А она там, знаете, она в центре, откуда она все это знает? А пришел этот сменщик, сторож, и все А, рассказал. я понял, 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 понял. Ну, еще по новостям здесь ничего не показывают, это уже вот только случилось. Ну да, это было буквально час назад, да, все правильно. Ну да, это недавно было, поэтому еще все, никто ничего не знает.
Слушайте, ну это, конечно, ужасно, и главное, вы там, я не знаю, будьте дома, что ли, не выходите никуда, пока этот период, потому что... А я Санке пишу, да не боюсь, потому что у нас здесь через стенку мент живет, и вообще сейчас у нас уже охрана сидит. Ну правильно, потому что такая ситуация, что говорить-то? Ой... Ну понятно, понятно, потому что откуда знаешь, что будет завтра, да? Ну да. А вот она пишет, сейчас же годовщина революции в этом месяце. Эти странные муслимы будут всех мочить, уроды. А при чем тут туристы, непонятно. Вот так она мне написала. Конечно, это ужасно. Это ужасно. Я вот сейчас получаю сообщение как раз от людей. Пишет девушка одна, в Хургаде находится, на Шаратоне. Как мне муж сказал, ну она замужем за арабом, зашла со стороны моря, начали стрельбу, один террорист уничтожен, другой ранен. Россия-24 передавали уже о троих с оружием, двое ликвидированы. Но это немножко другая информация, потому что в России окончательно информация не владеют. Ну уже даже такие появились. Но с виду арабы... Ну, понятно, понятно. Ладно, берегите себя, пожалуйста. Ладно, Надежда, берегите себя, будьте дома, я не знаю. Не переживай, мы же здесь на отшибе. Сюда кто сунется? Ну, куда, кому тут надо, это понимаешь? Там, где толпы людей, ну, это же тебе не новость, что там постоянно... Да это понятно, это понятно. Но все равно, когда такие ситуации, начинает трясти. Потому что если сейчас там реально праздник какой-то... Конечно, конечно. Главное, чтобы это, да, чтобы хоть... Это хорошо, что придут. Это будет хорошо. Ладно, давайте... У меня еще будет какая-то информация, я тебе скажу. Конечно, спасибо вам большое, Надежда. Береги тебя, давайте, мы на связи, ладно? Хорошо, хорошо, ты постоянно на связи, я тебя постоянно... Конечно, если что, пишите, я на связи. Спасибо вам. Давай.